Я Лавров. Я вам билет привез, вот. В ад! Дай сюда. Москва, Воронеж. Недалеко ад оказался. Так ты что, Гузов, в Воронеж едешь? Не ваше дело. Ну, тогда пардон. Тогда ты не предатель. Я вижу, что ты просто сопляк. Трус и врун. Че, правда, что ли? Видите? А я-то думал, вы слепой. Потому что иначе вы бы увидели, как я тут убивался, чтобы вам понравиться. Чтобы Виктор Петрович сказал: молодец, Макс, растешь. И что я от вас слышал? Агузок, рахитоид, дебил. Ничего, я эти ласки терпел. А вы меня все равно уволили. А за что? За то, что я за любимую девушку заступился? Вы бы сами разве по-другому поступили?